12 декабря в стенах университетской клиники Казани объединили свои силы инициативные врачи и ученые Казанского федерального. На площадке клиники состоялся рабочий семинар при участии исследователей Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Поводом для встречи послужила необходимость обсуждения вопросов организации крайне актуальной темы – моногенные заболевания и диагностика иммунологии. Тематика беседы и планов – организация комплексной ДНК-диагностики иммунодефицитов и движение в сторону создания в КФУ Центра по диагностике моногенных заболеваний. Это планируется делать совместными силами врачей университетской клиники, ДРКБ и учеными КФУ. Вы знаете, сейчас у нас такое веяние трансляционной медицины, если когда ученые должны встречаться с медиками, и, значит, исследования от них транслируют другие. Я в Японии работаю в одном из таких мест, где вот это реке, на месте, где я работаю, специальное подразделение, которое занимается тем, что связывается с больницами, выбирается совместно направление исследований, запросов, да, чего не хватает.